канун наступления Нового года милицию Пинщины перевели на усиленный вариант несения службы. А люди в форме охраняли порядок в центре города, на главной площади и возле Дома культуры «Трикотажник». В центре внимания оказались спиртные напитки и пиротехника. Их нельзя было приносить с собой и уж тем более купить. Нетрезвых граждан, желающих попасть на праздничные мероприятия, милиция отправляла домой. Дежурство у правоохранителей прошло спокойно. Работали в ненапряженном режиме сотрудники медицинского вытрезвителя. Койки учреждения 1 января были вакантными. Всего в течение дежурных суток по республике зарегистрировано 709 преступлений, в числе которых одно убийство и 3 покушения на убийство. В результате 3 аварий погибли на дорогах страны 3 человека.